Bueno, como ustedes ya comieron. Ну что ж, раз все уже поели, все готово, я пойду в ванну. Сначала мне нужно найти кое-что в комнате, а потом я пойду в ванну. Хорошо. Вы что на меня смотрите? А? Папа, а кто тебе это сделал? Кошка, я уже говорил. Какая кошка? Ладно, если вы поели, отправляйтесь мыть руки. Ну, давайте. Ты поосторожнее с тем, что ты говоришь. Ты ведь не хочешь огорчать маму. Это может ее убить. Рамиро, дорогой, помоги мне, сейчас все это на меня свалится. Я не справляюсь, поторопись, дорогой. На меня сейчас все из шкафа упадет. Иду. Поторопись, ты меня раздавишь. Тихонечко, ну что ты? Парень, пойдем, парень, приеду. Поторопись. Мне метлой попало. Ну, пойдем. А завтрак? Времени нет. Да. Да. Спасибо. Да, спасибо, Магали. Я дам адрес мужу. Большое спасибо. Он у меня... У Ильяны и Рауля проблемы? Да, и у тебя тоже. Мне Мария Фернандо рассказывала. Патрисия, что с тобой? Что еще случилось? Вы слишком малы, чтобы понять. Да, мы маленькие, но сразу видно, что ты влюблена в Рауля. Мне нужно в университет идти. Габриэла, ну хорошо, я больше не буду пытаться тебя удержать. Хорошо, я даже согласен на твое увольнение. Но подожди, выслушай меня. Что мне делать с твоей работой? Делайте, что хотите. Можете выбросить ее, и все. Нет, минутку, все обстоит не так. Извини, но твоя работа многого стоит. Ты многого стоишь. А вы меня не нахваливаете, потому что я вам не верю. Вы меня не убедите. Нет, не убедите. Хорошо, тогда скажи, что мне делать? Пожалуйста, что мне делать? Кто продолжит твою работу? Кто продолжит твое направление? Что мне делать? Вот, удивил. У вас достаточно компетентный персонал, который выполнит любую вашу работу. Разве не так? Нет. Нет более компетентного человека, чем ты. Клянусь, я говорю это от чистого сердца. Нет более компетентного. Хорошо, я да. У меня есть подруга, которая может доделать мою работу. Ее зовут Ева. Если я договорюсь, вы дадите ей работу? Да? Знаешь, я буду очень благодарен, если ты договоришься, но лучше, если ты останешься, Габриэла. Пожалуйста, Габриэла, останься. Прошу тебя, останься. Нет. Нет, знаете, я не могу ей остаться. Нет. Ни за что. Хорошо. Послушай, успокойся, давай подумаем. Предположим, что ничего этого не было. Ну, ничего не случилось. Мы все забудем, я попрошу у тебя прощения, сделаю все, что ты хочешь. Забудем случившееся. То, что ты видела, никогда не происходило, его не было. И поцелуя тоже не было. Ничего. Если я это сделаю, ты останешься? Останешься? Скажи. Мой дом. Посмотрите, что здесь сделали. Это они. Я уверена, что это они. Да, Юля, это они. Конечно. Мои ролики. Я их на помойке нашел. Это все твое? Конечно. Это все, что у меня есть. Посмотри, что они здесь натворили. Наш Диего, скажи спасибо, что не украли. Вот они, мальчиши-плохиши. Ладно, здесь, похоже, осталось еще кое-что, чтобы украсть. А мне деньги нужны, чтобы починить мотоцикл. Так что давайте, деньги, сюда. Давайте.
Мы забудем этот поцелуй. Вырвем его, вычеркнем. Как ты хочешь. Я прошу прощения, Габриэла, только останься со мной. Нет. Нет, я не хочу. Нет, нет. Я не хочу. Я не могу, нет. Но почему нет? Скажи, почему нет? Потому что. И все. Но, Габриэла, почему нет? Почему? Однако, это не тот Рикардо, которого я знаю. Похоже, он наконец нашел одежду себе по размеру. Конец света. Точно. Конечно, хорошо, но... Никаких «но». Ты мне сказал, что сегодня придешь в университет. И вот я здесь. Думаю, я заслужил обещанное. Знаешь, левша, честно говоря, я не знаю. По правде говоря, я тоже не знаю. Что с тобой? Этот ненормальный Рамиро. Артуро, этот Рамиро. Что случилось? Что, Рамиро? Что тебе этот негодяй сделал? Знаете, я бы хотела вас попросить не преследовать меня больше. Я тебя преследую? Разве нет? Зачем же вы тогда тут стоите? Зачем? Я жду лифт. Что, не видно? А, ну, конечно. Нет, сначала дамы. И подальше, подальше. Вот туда, туда. Я последний раз прошу. Останься, Габриэла. Ну, конечно, тогда воспользуйтесь тем временем, которое осталось до того, как лифт спустится на первый этаж. Потому что потом, я надеюсь, мы с вами больше никогда не увидимся. Хорошо, хорошо. Тогда воспользуемся этим коротким отрезком времени. Что? Что вы сделали? Зачем вы остановили лифт? Чтобы воспользоваться этим небольшим отрезком. Послушайте, или лифт сейчас же поедет, или я начну кричать. Я сейчас закричу. Лифт не поедет, пока мы спокойно с тобой не поговорим. Спокойно, никуда не торопясь. Как это лифт не поедет? Поедет. Габриэла, давай поговорим. Ты выключила свет. Кто выключил свет? Ты? Отпустите, ты выключила? Меня. Отпустите! Да кто тебя держит? Отпустите, не трогайте меня! Не трогайте!